Драка. Вольфер и Тимашов. Тут на две головы выше Хольцер. Но клинчует его Тимашов. Ну что, там с Андреем Разиным, наверное, в свое время тренировались. Поэтому Коля Тимашов не поддастся. Хольцер его даже завалить не может. И ударить толком не может. О! Ну, весовые категории были неравны. Порадовали публику еще и дракой. Ну, жестко, да, Тимашов здесь играл против Хольцера. Ну и, конечно, тому не понравилось такое поведение. Защитник из Сибири завалил разочек. Потом быстренько Тимашов поднялся на ноги. Заблокировал правую руку. Да, Тимашов контратаковал.